Давайте покажу, как устроен конвектор в дровяной печи. Вот у нас небольшая дровяная печь Термофор Варна 50. У нее, при том, что она недорогая, 8 тысяч стоит всего, но у нее есть конвекторы. Вот эти вот, вот с одной стороны. Вот сзади. С другого боку, ну то же самое все. Плюс дверца еще. В двери тоже, дверь тоже сделана с конвектором. Смотрите, давайте откроем. Вот смотрите. К дверце просто приделана вот эта вот кондукционная часть. Это тонкий металл довольно-таки. Ну, здесь нужно, чтобы горячий воздух проходил. Вот холодный заходит вниз, прогревается, и сверху выходит горячий воздух. Обычный конвекционный эффект. Весь горячий воздух уходит наверх, а холодный засасывается здесь, вот он остается внизу, и поэтому воздух прогревается быстро. Эти конвекторы тоже устроены по той же схеме. Здесь снизу есть отверстие, вот здесь вот проход, и здесь сверху выход вот такой. То есть конструкция довольно простая. И вот эти конвекционные накладки, они приварены при помощи вот небольших кусков металла. Ну, довольно просто, я же говорю, сделано все, но в принципе должно работать нормально. Я вот здесь даже сейчас рядом нахожусь с печкой на улице, и очень тепло. Сейчас уже жар хороший пошел. Плюс конвектор защищает от жара печи. То есть конвектор еще защищает от самой печи. Вот эти листы не такие горячие, как вот та внутренняя часть топки. Ну, ближе, которая к топке находится. Поэтому здесь двойной эффект такой. Печка лучше прогревает помещение, более высокий КПД получается, плюс защита от горячего металла. Так что без конвектора, я считаю, конечно, можно покупать, но мне кажется, все-таки должен быть хотя бы такое простое конвекторное устройство в печи.